Открытием новой спортивной площадки в образовательном учреждении «Райские птички» ознаменовалась середина лета. Педагоги и воспитанники этого махачкалинского учреждения совместно с именитыми спортсменами Дагестана присутствовали на торжественной церемонии перерезания красной ленточки. Подробнее Лариана Шамхалаева. В общеобразовательном учреждении Махачкалы «Райские птички» прошла церемония открытия новой спортивной площадки. Территория включает в себя поле для игры в футбол с профессиональным покрытием, искусственным газоном и открытую воркаут-площадку. Красную ленточку перерезала Елена Ельникова, заместитель председателя Народного собрания. Она отметила, что все самое лучшее должно быть именно у детей, поскольку они – будущее республики. А сегодня к вам дети пришли в гости практически большая часть министерств нашей Республики Дагестан, и только с одной целью, чтобы поздравить вас с замечательным праздником, открытием вашей спортивной, прекрасной спортивной площадки современной. Мы признаем, что в этой школе учатся, растут, развиваются будущее нашей республики Дагестан. Наставники, тренеры, представители ведомства и организации Дагестана, присутствующие на мероприятии, признались, что сегодня у молодежи есть больше стимула для спортивного развития. Такие площадки для развития детей, особенности в школах, садах, детских садах и вообще учреждениях, образовательных учреждениях, если вот такие площадки будут, я думаю, дети наши будут заниматься спортом. А спорт – это, будь она зарядка, будь она какое-то начало спорта, это и есть здоровье нации. Увидели вот открытие такой прекрасной площадки, это, конечно, очень приятно, очень радостно, потому что это дает большой стимул для детей. И, может быть, я даже уверен, что среди этих маленьких детей есть будущие олимпийские чемпионы. В планах у педагогов использовать новое поле разнообразно, организовывать совместные спортивные мероприятия и игры с учениками. Школьники, в свою очередь, не скрывая улыбок, выразили обеспокоенность лишь о том, что играть в футбол они смогут только с понедельника по пятницу. Я буду каждый день сюда ходить и играть в футбол, но субботу и воскресенье, у нас будут выходные, и я не смогу сюда прийти играть. В завершении атлеты Федерации воркаута Дагестана и школьники устроили показательные игры в футбол, волейбол, а также продемонстрировали силовые тренировки на перекладинах для воркаута. Представители Народного собрания подарили будущим чемпионам футбольные мячи. Лариана Шамхалаева, Нурмухамад Мухамадов, телеканал ННТ Махачкала.